практика показывает, что песни Акуджавы, они, у них нет вот какой-то такой нагроможденности, которая свойственна для авторской песни, и одновременно в них есть какая-то философская такая глубина, которая затрагивает обычно любого человека. То есть, вот такое удивительное свойство есть в этих песнях. И я когда это поняла, я, знаете, так захотела тоже писать, потому что ну, это круто, когда ты пишешь для всех, а не для какой-то прослойки. Вот я узнала, что Акуджава не сразу стал популярным, и он поначалу ездил в трамвай и пел свои песни на задней площадке, там вот сидя в трамвае. Я когда это узнала, я решила пойти на улицу, петь тоже свои песни, но такого какого-то отклика я не получила, потому что люди реагируют на что-то знакомое. Вот поэтому мне пришлось петь чужие песни. А свои песни я пою там, где готовы их воспринять. Называется «Письмо другу». Thank you.
жизни святое, каждому плод свой дает.